А теперь потихонечку и нормально расскажи. От улыбки станется светлей, от улыбки неделя только пошлёт. Починишь сонеткою садей, и она ещё и дальше ещё вернётся. И когда Аника... Скрипки, голубовочка, начинается лика, ну, а дурное начинается с улыбки. Наши тани громко плачь, уловила речку мячи, чистит танечка и плачь, не утой. Речки мяч. Молодец. А еще какой ты знаешь стишок? Мишка каш лапой по лесу идет. Шишки собирает, песенку поет. Вдруг упала шишка прямо мишке в лоб. Мишка лапой и удивился, и ногой топ. Спой песенку. Мама. Мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду жить? У меня нет теплого пальтишка. У меня нет теплого пальтишка. Умница! Вот так мы болеем. Угу. Бумс. Угу. Давай тебя жалеть буду. Качается, вздыхает на ходу. Отдых как кончается. Сейчас я упаду. Бух! Почитай. Уронила мишку на пол, оторвали мишку лапу. Сено его не брошу, потому что он хороший. Умница сидит, дышит. С дивана только не упади. Вчера упала она с дивана. Она на меня залезла и начала мне на спине скакать. И как шмякнется на пол. И полчаса рыдала. Олесь, ты ж болеешь, что ты делаешь? А, ты сейчас все мыло выдавишь. Да сколько же можно его мыть? Уже все в пене. О-оу. Следующую берем? Да. Кто Это такие? Хрюшки. Там, наверное, их 7? Да. Посчитай. Давай. 1, 2, 3, 4. О, всего 4. А я думал 7. Где у нас 4 цифра? Вот. Да. Ура. Да. Правильно.